Время от времени в нашей жизни появляются такие технологии, которые меняют привычный образ жизни простого человека. И, например, одной из такой технологий, которая изменила привычный образ жизни всего человечества, это, как вы думаете, какая? Интернет. Согласны? Электричество. Так вот, сегодня, дорогие друзья, мы проживаем в тот самый период времени, когда прямо вот перед нашими глазами не просто появилась технология, она уже развивается, уже идет, так скажем, в mass adoption, да, принимается нами с вами, используется, и она меняет привычный образ нашей жизни. Такая технология называется блокчейн. Ну, я думаю, что все слышали уже это слово. Так вот, с точки зрения, сегодня я бы хотел поговорить об этой технологии с точки зрения времени. Потому что самый ценный ресурс в жизни каждого человека – это именно время, да, которое невозможно уже вернуть. То есть деньги мы можем еще где-то заработать, здоровье мы можем каким-то образом поправить, а вот если секунда ушла или минута ушла, то мы уже ее вернуть не можем. И я бы хотел рассмотреть такое понятие, как время, с точки зрения создания капитала. И мы очень часто переоцениваем свои возможности, вот как трейдеры, кстати, в краткосрочном плане, и недооцениваем возможности в долгосрочном плане. И сегодня вот я подготовил такое краткое, наверное, руководство по стратегии создания именно цифрового капитала, или как из небольшого капитала, маленькой суммы денег, создать большой капитал. Ведь согласитесь, у большинства из нас нету больших сумм денег, да? Там миллионов, 10 миллионов. Но каждый из нас в любом случае хочет не просто заработать деньги, а чтобы эти деньги еще приносили деньги, то есть увеличить свой капитал. И в будущем, как цель, да, не беспокоиться о деньгах. Есть такое желание просто сидеть на пятой точке и не беспокоиться о деньгах? У кого есть такое желание? А кто сегодня беспокоится о деньгах? Честно. Кого интересуют деньги? Ну, конечно, каждого. Спасибо. Каждый поднял руки. Спасибо. Ну, кто не поднял, он просто лентяй, наверное. Или шутит. И для меня, как для человека, который очень любит деньги, я люблю деньги, я люблю вкусно покушать, я люблю угостить друзей. Деньги очень важны. Вот. И поэтому я как предприниматель всегда искал какие-то новые возможности, которые позволят лично мне увеличить свой капитал, заработать деньги. И на самом деле у меня это получилось на сегодняшний день. И сегодня у меня есть такая замечательная возможность от всего сердца, от души поделиться с вами той стратегией, которая близка мне, которую я принял в 2016 году, когда обратил свое внимание на такую технологию, как блокчейн, и дальше уже на производную этой технологии, которая называется криптовалюта, да, или цифровые активы. Еще в 2017 году я начал говорить про криптовалюту в рамках такого нового понятия, как цифровые активы. Сегодня это уже используется вот здесь со сцены, мы много раз слышали, да, от наших коллег, друзей, слово цифровые активы, уже там Андрей Тугарин начал с того, что они уже контролируются, это уже регулируется, это очень круто. Так вот, я впервые столкнулся или соприкоснулся с словом биткоин в 2011 году. В 2011 году я занимался кредитованием малого и среднего бизнеса. У меня было 150 филиалов по Российской Федерации. Мы выдавали кредиты предпринимателям на, не знаю, там, на открытие, ну, любого бизнеса. Именно даже не среднего, а мелкого бизнеса. И в один прекрасный день в городе Набережные Челны у меня был головной офис в Тюбетейке, бизнес-центр 218, кто знает. И в один прекрасный день заходит ко мне, значит, секретарь и говорит: Артур Зинатович, к вам там какой-то парень, говорит: Андрей, вы его знаете, он не записан, но сможете ли вы его принять? Я так из щельки смотрю, о, это я его знаю, мы учились в младших классах, там в 35-й школе,
Я говорю, да, конечно, давай, заходи. Вот, он заходит и начинает рассказывать, что у него есть супер идея. 2011 год, сентябрь. Кто вспомнит, сколько стоил биткоин? 17 центов. Примерно 17 центов, да. Или плюс-минус доллар, 11 долларов. Вот так там такой разбег был. И он говорит, Артур, я, говорит, хочу заниматься майнингом, дай, говорит, 1,5 миллиона рублей. У меня так, бац, одна шторка закрылась, когда я услышал слово майнинг. Когда он сказал слово биткоин, у меня вторая шторка закрылась. Вот. Я достаточно приземленный человек, мне нужно понимать, откуда он возьмет деньги, чтобы мне кредит закрыть. Да? У меня все просто, дал под 5%. Значит, то есть взял под 1%, отдал под 5%, 4% заработал, 2 на операционные административные расходы, 2 себе оставил. То есть у меня все просто было. Вот, я говорю, окей, хорошо, а как это работает, а как это что? И вот начал я, значит, его вопросы задавать, но ни хрена не понял. Ну, представляете, 2011 год. Окей, я сказал, что слушай, ну, у меня, я тут решение самолично не принимаю, у меня вот там есть служба безопасности, юридический отдел, плюс у меня есть... система рассмотрения заявок, скорее всего, говорю, СБ не пропустит твою тему, если ты не предоставишь залог, какую-нибудь там недвижимость, квартиру или там какой-то автомобиль свой. Я говорю, есть что-нибудь у тебя, что вот заложить? Я говорю, тебе, если есть залог на 2 миллиона, я тебе 1,5 миллиона прямо сейчас выпишу. Он говорит, да нет у меня ничего. Я говорю, вот с мамой живу, откуда у меня? Вот, ну идея офигенная, говорит, в Америке там уже все качают, там уже, говорит, майнинговые фермы, там в Китае что-то, говорит, уже запускается. Я подумал, чем народ только не занимается, лишь бы не работать. Но я подумал, действительно, лохотрон, пирамида, казино. Я даже не поленился, зашел, какой-то поисковик зашел. Зашел, значит, набрал, что такое биткоин на русском языке. Ничего не было. Ничего не было на русском языке, что такое биткоин. Вышли какие-то английские, значит, статьи, white paper вышло про биткоин, и вышли какие-то различные рекламы всяких кранов, различных интернет-казино, связанных с биткоином. Я подумал, казино, не, вообще тема не моя, я вообще не азартный человек, я такие игры не играю. Но в итоге отказал. Через несколько дней я поехал в Москву и купил себе Lexus AS250 за как раз за эти 1,5 миллиона рублей. Ну, я, конечно, очень был рад. Приехал, и сейчас я думаю, если бы я тогда на все эти деньги купил бы биткоинов, да, то, наверное, бы, может быть, я даже здесь, меня, может быть, и не было, да, хотя, может быть, и был. Но вы представляете, какую сумму, там, какую возможность я тогда упустил. И поэтому сегодня, и следующее мое касание с биткоином, это было в 2016 году. В 2016 году я купил первый биткоин за $600. Спустя почти год мне жена сказала, слушай, хочу на море, в Турцию. У нас родилась вторая дочка родилась. Я сказал, ну, желание хорошее, классное, я тоже на море хочу. Посчитал, что там у нас с деньгами. А я как раз тогда очень серьезно пережил банкротство, как раз в моей кредитной организации. Долгов было больше, чем доходов. Но я вспомнил, что я купил биткоин за $600, и в 2017 году, в сентябре, по-моему, он начал стоить около 3,5 тысяч долларов. Я подумал, ох, круто, зашел, посмотрел, значит, вырос, клево. Ну, соответственно, к жене подхожу, я говорю, у меня хорошая новость, мы едем в Турцию. Я продаю биток за $3,5 тысячи, и мы как раз на всю эту сумму уезжаем в какой-то там четырехзвездочный отель, и там 10 дней мы релаксируем. Дочери было там второй 2 месяца, старше было там 3 годика, по-моему. Вот, я приезжаю в Турцию, и что вы думаете, биткоин уже стоит? $4 тысячи. И, короче, на момент нашего отпуска биткоин уже стоит там $9 тысяч. Что происходит с моим настроением? Ильнур вам сказал, да? Как там психология упущенной выгоды у меня срабатывает конкретно. Но я не из тех, кто занимается пессимистическими настроениями. Я не расстроился на самом деле, потому что как бы отдых тоже хорошо. И с тех пор я подумал, слушайте, а как вот с помощью вот этой технологии можно действительно сегодня создавать капитал так, чтобы не трепать нервы и себе, и чтобы увеличить свой капитал. И тогда ко мне в голову пришла достаточно, на самом деле, простая схема, рабочая стратегия, которую используют крупные, особенно инвесторы, занимающие инвестициями, то есть не спекуляцией, да, а именно созданием капитала. А создание капитала обычно преследует две вещи. Первое – это сохранение уже существующих денег, которые у вас в кармане. Да? Вот вы заработали 10 тысяч рублей,
Либо вы сейчас их пойдете потратите на развлечения, на еду или на все что остальное, либо вы часть денег отложите, да? Соответственно, подумайте о том, что будет завтра, что будет через год, два, три, четыре, пять, или когда ваши дети вырастут и станут совершеннолетними. И вторая цель, инвестиционная цель, может быть приумножение капитала. То есть во все время цивилизованного общества у нормального человека такая задача стояла, у осознанного человека, который, у ответственного человека, который действительно не просто хочет сегодня заработать, а он еще и о будущем думает, не только о своем, а о будущем своих детей, своих близких и так далее, так далее. Поэтому сохранение имеющего капитала и приумножение капитала – это достаточно серьезная, большая задача в жизни каждого успешного человека. Если вы считаете себя успешными, то я думаю, что мы должны ставить перед собой такие задачи. Потому что заработать деньги на самом деле – это всего лишь первая задача. А вот сохранить эти деньги и еще их приумножить – это вторая задача. Поэтому я предлагаю сейчас, прямо сейчас погрузиться в то, не как заработать деньги, да, здесь и сейчас, на трейдинге, на спекуляции, на каких-то продажах, на каких-то хайпах, да, и так далее, так далее. А как деньги, которые вы заработаете, а вы обязательно их как-то заработаете, да, если вы нормальный, адекватный человек, вы любые деньги заработаете. А как их сохранить? Потому что эта задача гораздо сложнее, чем просто тупо заработать. И здесь очень важно определиться с активом, в который вы будете вкладывать свои заработанные деньги. Ну, наша любимая, наверное, актив – это недвижимость, золото, что там еще, да? Может быть, кто-то в автомобиле вкладывает, считает, что это инвестиция. Я предлагаю рассмотреть как альтернативу там, банковским вкладам или там, классическим инвестиционным инструментам, там, акциям, облигациям и так далее. Я предлагаю сегодня своим друзьям рассматривать рынок криптовалют, технологию блокчейн как потенциально возможный актив, который вырастет в будущем и сделает вас действительно очень-очень богатым. Задача, которую большинство из нас преследует, людей, которые хотят создать капитал, это как из маленького капитала создать большой капитал. И прошу обратить ваше внимание вот на следующий слайд, на котором мы видим эффективность такой криптовалюты, как эфириум, за последние 7 лет. Даже не за последние 7 лет, а с 2015 года по 2021 год, в течение 7 лет. Если каждый год, 23 августа, мы бы с вами просыпались и всего лишь на $1000 покупали криптовалюту эфириум, каждый год. Проснулись 23 августа с 15 года, купили эфир. Следующий год проснулись 23 августа, купили эфир. И так 7 раз до 21 года. То мы с вами потратили бы $7000. Что такое $1000 в год? У кого iPhone? Да? Это iPhone. Один iPhone $1000. Я не знаю. То есть каждый год вместо iPhone покупайте себе эфир, например, да? Таким образом, мы бы с вами накопили 862 эфира. Это факт. С цифрами не поспоришь. Математику я очень люблю. И детали тоже. Потратили $7000. На эти $7000 получили 862 эфира. Вот здесь вот мы видим реальную цену на дату покупки, и здесь количество, которое мы получаем. Чем дороже актив, тем меньше мы его получаем, да, это понятно. Так вот, цена эфира на вчерашний день, я немножко скорректировал вчера презентацию, на 29 марта 2023 год составляет $1816 одного эфира. Таким образом, умножаем 862 эфира на цену, на его цену, получаем больше $1.5 миллиона. 7 лет. Моей дочери старше 9. Младшей 6 будет. Пацан родился год и 3 уже. Время пролетело вот так, не заметил. Ну, пару седых волос появилось, конечно. То есть здесь наглядно мы видим, как выражение «время» равно деньги. И действительно, когда я начал больше и больше углубляться в инвестиции, больше и больше углубляться в задачу именно создания капитала, я увидел, что долгосрочный инвестор, он всегда
выигрывает по доходности краткосрочного трейдера. Ну, во-первых, потому что трейдер делает много сделок, трейдер подсаживает сердце, трейдер не спит, да? Во-первых, его жизнь укорачивается. Во-вторых, трейдер с каждой сделки больше платит налогов. Здесь, когда мы просто покупаем стабильно, мы на всем этом, по большому счету, экономим. В рублях 125 миллионов рублей. Скажите, в Казани сегодня можно прожить на 125 миллионов рублей? Ну, как минимум, хороший дом в Боровых Матюшинах можно купить, да? За 40 миллионов. Ну, хороший можно купить. Ну и Lamborghini Urus, да? Ну и все, в принципе. В принципе, да. Ну, можно же поскромнее, но 125 миллионов рублей можно, наверное, и уже чувствовать себя более уверенно, да? Смотрите на другой пример. На другой пример, ну, биткоин. Все мы любим биткоин, все мы его, наверное, покупали, да? Я купил его первый за 600, продал за 3,5. Если бы мы его покупали с 2011 года, вот в то время как раз, когда ко мне пришел Андрей и предложил заниматься майнингом, даже если бы без майнинга мы просто его покупали, мы бы с вами накопили 127 биткоинов. Видите, да? 127 биткоинов. Тут с копейками. Потратили всего 10 тысяч долларов. Можно сказать, в рассрочку покупали. Вместо ипотеки платили каждый год биткоину. Итого на сегодняшний день, точнее на вчерашний день, стоимость биткоина была 28 тысяч долларов, а стоимость капитала сегодня составила бы 3,5 миллиона долларов. В рублях 284 миллиона рублей. Таким образом, делаем вывод, друзья, вот она рабочая простая схема, которой каждый из вас может начать пользоваться уже сегодня. И не платить комиссию трейдерам, не платить комиссию брокерам, и вам даже финансовые пирамиды не нужны, зачем вам они нужны? Вот она! Да? Вопрос в другом. Будет ли биткоин дорожать в будущем? Будет ли криптовалюта вообще актуальна? И будет ли она востребована? Да? Есть такой вопрос? Есть? Ну, давайте на него ответим. Будет ли? 50 на 50. Возможно. Но сегодня я вижу, как специалист в этой области, который 7 лет уже в крипте, я вижу, как рынок развивается. Как сегодня такие люди, как министр, присутствуют, да? С Минихановым. Да? Поэтому я думаю, что в ближайшие 5-10 лет рынок еще будет развиваться. Вообще, вывод какой можно делать? Начинайте инвестировать как можно раньше. Почему? Потому что... Спасибо. Потому что капитал, наш с вами капитал, равняется деньги, умноженные на время, умноженные на процент. Смотрите второй вариант. Если бы мы начали инвестировать в биткоин не с 2011 года, а с 2016, да, то есть через 5 лет, то стоимость нашего капитала составила бы уже 4,5 миллиона рублей. Не 200 там с чем-то, да, а уже 4,5. Видите, какая разница? То есть чем раньше мы будем рисковать, по большому счету, чем раньше мы будем инвестировать сумму денег, как Ильнур сказал, ту, которую мы готовы потерять, тем большую возможность мы можем с вами получить. Стратегия здесь заложена следующая. Стратегия «покупай и держи». Плюс с таким эликсиром, как регулярность, да? Но женщина знает, если он у вас регулярный, то вы чувствуете себя хорошо, да? Здесь то же самое, здесь как в спортзале. Если мы в спортзал ходим регулярно, то у нас и результат будет. Мышечная масса, либо красивая талия. Если мы инвестируем и создаем капитал регулярно, каждый год или каждый месяц мы откладываем какую-то сумму в каком-то активе, обязательно в долгосрочном плане, у вас будет большой прирост. Ну, вот здесь вот опять пример на криптовалюте эфириум. Если бы по 1000 долларов мы инвестировали, то сегодня мы были бы с вами миллионеры. Как сказал всем нам известный Уоррен Баффет, в период накопления любого актива наш главный интерес заключается в том, чтобы его цена оставалась статичной, либо снижалась. В то же время желающих купить, когда рынок растет, как сейчас, гораздо больше, чем тех, которые хочет, чем тогда, когда рынок падает. Покупать лучше всего, когда рынок падает. И еще один эликсир, время заканчивается, я подгоняю себя, это диверсификация. Биткоин, эфир, все это хорошо, но, как говорят в России, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Да? Криптоны говорят, знал бы, купил бы Грецию. Вот.
Диверсификация – это значит, что не стоит покупать только один биткоин или один эфир. Сегодня на рынке более там, 20 тысяч различных криптовалют, да, и большинство из них – это пыль. Да? Капитализация рынка сегодня 1 триллион долларов всего. Из них капитализация топ-двадцатки как раз-таки и есть 1 триллион. Все остальное – это пыль, там небольшая стоимость. Поэтому если мы просто с вами покупаем топ-20 криптовалют, делаем ребалансировку раз, может быть, в год достаточно, да, какой-нибудь скидываем, закупаем другую, то, в принципе, будет вам счастье и прирост вашего капитала. Чтобы эта идея работала, чтобы она действительно принесла вам результат, важно определиться с рынком, поверить в него на базе знаний, здесь сегодня мы их достаточно получали, определиться со стратегией, плюс делать регулярные покупки, запастись терпением, то есть временем, да, прям запланировать себе в течение 5 или 10 лет я буду это делать. И обязательно диверсифицировать. Не ищите иголку в стоге сена, просто купите стог сена. Ну и как увеличить свой капитал 77 раз? Более подробно я рассказываю уже завтра, точнее не завтра, в субботу, 1 апреля на своем крипто-семинаре онлайн. Я буду в субботу в Дубае, поэтому буду вещать оттуда. И каждый из нас может, в принципе, подключиться, не выходя из своего дома. Джон Богл очень крутой инвестор. Он создатель философии индексного инвестирования на рынке ценных бумаг. И об этом я буду говорить на своем семинаре, как в крипте тоже использовать технологию индексного инвестирования. Поэтому подключайтесь, время еще есть. Понимаем мы или не понимаем, что такое крипта, верим мы в нее или не верим, в любом случае я уверен, что в ближайшие 10 лет каждый из нас, и более того, даже наши дети, будут активными пользователями этой криптовалюты. Вопрос лишь в том, хотим ли мы с вами воспользоваться этой возможностью, которая выпадает раз в столетие, и заработать на этом, и приумножить свой капитал, либо просто стать серой массой, которая будет использовать сегодня эту технологию, как мы сегодня используем наши айфоны, телеграммы. Вот смотрите, все сидят, да, вот так вот. Спасибо огромное организаторам.